Всем привет! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко, и мы приготовим медовый пирог со сливами. Для приготовления нам потребуется 2 яйца, 100 грамм сметаны, 50 грамм сахарного песка, 80 миллилитров подсолнечного масла, 100 грамм меда, 10 грамм разрыхлителя теста, 275 грамм муки, 300 грамм сливы. При желании можно еще использовать корицу для аромата. Приготовим тесто, смешаем мед, яйца, сахарный песок, сметану, масло и все перемешаем венчиком. Осталось добавить муку, всю сразу, и разрыхлитель. Все перемешиваем уже лопаточкой. В итоге вот такое достаточно густое тесто получилось. Оно очень ароматное. В смазанную маслом чашу мультиварки выкладываем все тесто. Тесто слегка разравниваем и сверху выкладываем половинки слив. Закрываем крышку мультиварки. Готовить буду в мультиварке Red 800 на режиме выпечка 45 минут. В других мультиварках возможно готовить на режиме выпечка 1 час или мультиповар 130 градусов также 1 час. Время истекло. Вот такой пирог получился. Отключаем подогрев и оставляем минут на 5. Пирог должен стать более плотным и отойти от стенок мультиварки. Достаем пирог с помощью корзины пароварки, просто переворачиваем на нее. Вот такой медовый пирог со сливами получился. Сверху я его украсила сахарной пудрой. Давайте посмотрим пирог в разрезе. Вот так пирог выглядит в разрезе. Смотрите, каким пористым он получился. Сливы придают приятную кислинку, а благодаря меду пирог будет долго оставаться свежим и не черстветь. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых рецептах. Всем приятного чаепития и до новых встреч!